Блять, вот так бабу одну оставишь, это ж все, это пиздец. Что бы ни случилось, не выходи из дома и никого не впускай, пока не нервничаешь. Тебе все понятно. Как я вообще, блядь, женился на тебе? Надо было бежать, а я видом наслаждался. Всем привет, друзья, с вами Болторез. Мы продолжаем проходить Beast Inside, глава номер 7. Мы в настоящем времени, в кавычках. Что за херня творится? Где? Как, черт возьми, кто-то вырубил меня, когда я был на руинах? Ну зачем меня притащили сюда? Тебе явно, чувак, хотят что-то показать. Нам нужно найти дорогу домой. Нас притащили к шахте. Firewatch, Чапель. Что нам туда идти? Так, локатор ничего не показывает, ну, в таком случае, давайте, ребят, мы сами здесь походим, поосматриваемся. Я вижу какую-то палатку, а нужно найти дорогу домой. Здесь какой-то был лагерь, возможно, вот этих шахтеров столетней давности. Там лежит карта. Ну вот и без проблем, сейчас мы все найдем. Так, это что, это какой-то рычаг, рукоять, с ее помощью можно что-то открыть. Блять, если можно что-то открыть, это пригодится. А, тот, кто разбил этот лагерь, оставил здесь карту. Замечательно, где мы? Блять, наверх нам определенно не надо ходить. Если верить карте, дом должен быть где-то рядом. Нужно просто пройти через эту пещеру. Записка из лагеря. Что это? Похоже, кому-то просто нравится писать всякую чушь. А что же здесь написано? Не знаю, когда это произошло. Я проснулся и понял, что ночью мою жену подменили, и кто-то чужой выдает себя за близкого мне человека. Я был напуган, но не подавал вида. Пошел в комнату сына рассказать ему, что какая-то злая женщина притворяется его мамой. Он спал, поэтому мне пришлось разбудить его, нежно дотронувшись до плеча. Раскрыв глаза, мой мальчик удивился, и меня осенило. Это был не мой сын. Не знаю, чей это был ребенок, но явно не мой. Поглощенный страхом, я выбежал в коридор, обхватил колени руками изо всех сил, пытаясь преодолеть головокружение. И когда я вновь выпрямился, передо мной стоял мужчина. «Кто ты такой?» – закричал он. «Что ты делаешь в моем доме?» Я ответил, это было слишком поздно. Я не ответил. С такой наглостью я еще не сталкивался. Но когда я попытался схватить его за горло, моя рука уперлась в зеркало. Чужак тут же распался на миллионы осколков. Он кричал моим голосом. Да. Какая-то мистика, ребята, здесь творится. Так, дом должен быть где-то рядом. Ну что ж, идем по тропинке. Осматриваемся по сторонам в поисках дома. А вот и рукоять, собственно, сейчас пригодится. Ну давай, 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 опускай. Дело сделано, можно двигаться дальше. Войти в пещеру. Но на самом деле не лучший вариант возвращения домой через пещеру. Что-то мне подсказывает, что ты до дома не дойдешь. Это и есть пещера. Господи. Так, какой-то скальный проходик. Еще какие-то руины. На сей раз уже каменные. Типа нам сюда? Господи, мать твою. И что, серьезно, повесили? Кто-то правда убил этих людей и оставил их здесь тела? В этом странном богом забытом месте, куда мы с Эммой только что переехали? Блять, блять, блять. Так, смерть. Предателям? Какие-то психи считали этих людей предателями? Но почему? Отправились на маккартистскую охоту на коммунистов, или дело было в чем-то другом, или, возможно, это провокация против меня. А кто это? Давайте посмотрим. Слушайте, ну, такое ощущение, что это свежак, ребят.
Это свежие трупы. Это явно не тела столетней давности. Нужно торопиться, Эмма там совсем одна. Знаешь, дружище, мне кажется, что с Эммой уже не все в порядке. Учитывая, какую записку мы нашли. А, нет, вот этот, блядь, проход через пещеру. Ну все, пиздец. Нам пиздец, ребят. И снова это проклятое место. Пройти через пещеру. Напоминают нам, да, что нужно сделать. Ну все, блядь, готовимся к скримакам. Или к погоням даже. Хотя, сука. Это серьезно, ребенок? Боже. Блять, что это было? Я вообще сначала подумал, это какая-то кукла. Наверное, они отравили меня, но как? Кофе. Возможно, они подсыпали мне что-то в кофе, а может, все дело в передатчиках, и их излучение воздействует на мой мозг. Опять плыть, да? Дайте-ка угадаю. А, нет. Хорошо, сейчас мы здесь с киркой немножечко поработаем. Вот так вот. Легко и непринужденно два раза ёбнули, по камням все развалилось. Так, еще пару раз. Красивая пещерка, ничего не скажешь. Водопадик такой. Тихо. О, блять. Надо было бежать, а я видом наслаждался. Интересно, здесь есть какая-нибудь статистика, сколько раз я уже отвалился? Там, по-моему, уже за десятку перевалило. Не знаю, как по мне, но это вообще просто бредово. Делать вот такие вот моменты на ровном месте. Ладно, я понимаю, там, когда погоня за нами кто-то бегается. Мы там спасаемся от какого-то монстра. Или когда у нас, так скажем, босс какой-то был, да, с которым мы перестреливались. Это другое дело. Но вот так просто тупо на ровном месте, когда у тебя что-то валится под ногами, и тебе нужно просто вовремя там нажать на кнопку, чтобы за что-то ухватиться, ну, не знаю. Такое себе. Блять, едва уцелел. Они хороши, черт возьми, ничего не скажешь, пытаются сломить меня. Знаю, все эти советские штучки знаю, заметил их, но вида не подам. Но настроено решительно. Так, сюда тоже можно зайти. А по итогу окажется, что нам надо было идти налево, да? Бать, нихуя ты со скоростью ветра, конечно, перемещаешься здесь. Что-то вылезет. Ты ножницами перерезал цепь? Блять, ну такого я, конечно, не ожидал. Так, еще один сундук, еще один пароль у нас будет. Блять, как меня уже заебали эти загадки, если честно. Так, а буквы у нас, наверное, здесь все имеются.
Блять, это усложняет, конечно, задачу. Так, есть цепь. Если мы, наверное, сюда перепрыгнем, мы, наверное, сможем забраться по цепи туда наверх. Ну-ка, давайте попробуем. Посмотрим, работает это или нет. Нет! Это таким образом не работает. Хотя, по идее, должно. Для чего-то же здесь имеется вот этот спуск. Так, давайте мы сейчас сходим вот сюда. Здесь, скорее всего, будут какие-то подсказки для того, чтобы открыть сундук. Я надеюсь, блядь, ты... Сука. Так и знал. Так, мы оказались внизу. Пути назад, соответственно, нет. Так, а мы здесь куда-нибудь выйдем? По идее, да. По идее, мы куда-то выходим. И куда? Все понял, мы возвращаемся. А, господи, вот. Или нет? У равно Б. Это подсказка. Это же У? Или что это, блядь, за первая буква? У равно Б. Ну и хули. И что мне это даст? У равно Б. Дальше-то что? Так, здесь 6. Слово должно быть из 6 букв. Ну, может быть, не слово, просто какой-то набор 6 букв. У равно Б. Так, а если мы сейчас здесь пойдем, тут опять будет дырка. Мы ее никак не сможем преодолеть, да? Если я, допустим, прыгну. Да, я все равно проваливаюсь. Хорошо, значит, теперь мы пойдем вот сюда, направо. Пытаются меня запугать, это основа любого контроля. Дурачье, думаете, вам получится меня сломить? Туши животного? Несколькими трупами? Серьезно? Вы за кого меня принимаете? Я, блядь, агент еще тут. Так, а вот это что? Это какие-то, может, тоже подсказки, нет? Такое ощущение, как будто здесь что-то изображено на стенах, но нет. А мы, собственно, вышли. Все понял. Вот этот, походу, сундук, это та же самая херня, дополнительная, типа, загадка, которую мы находили, помните, листок в доме возле нашей дешифровальной машины. То есть это, видимо, как что-то дополнительное. Так, ну хорошо, что нас не заставили там опять голову ломать с этими ребусами ссаными. Вообще-то сюда пришел в хор поиграть. Так, я вижу дом. Вон там беседка, вот этот наш сарай. Как нам тут, блядь, спуститься? Ну, сука, ну что-то высоковато. Ага. Все продумано здесь, ребят. А можно как-то там, блядь, я не знаю, на шифте? Фильмов показывают они там вообще раз и все. Так, нам нужно торопиться к Эмме. Нашей любимой дорогой женушке, которая ждет ребенка. Я почему-то не могу бежать. Ну что, давай вплавь. Здесь, в принципе, не глубоко. Но я думаю, нас не унесет. Эмма! Опа! Ебучие коммуняки! Никуда от них не спрячешься. Найдут где угодно, но если кому-нибудь расскажу, посчитают меня психом. Это коммунисты хотят. Так они ломают своих врагов. Уёбки. Думают, могут прислать сюда псевдокопа, и я куплюсь? Нет уж, я вам просто так не дамся. Адам,
По-моему, это ты уже ёбнулся. Адам, почему ты не бежишь? Все, спасибо. Теперь можем бежать. Копы приехали. Почему? Кто вызвал? Оружие есть в машине? Так, ключ нужен, хорошо. Эмма, это ты вызвала? Что здесь вообще происходит? Эмма, ты где? Так, ну я вернулся домой. Где жена? А где они? Так, подождите. Вернуться домой, я пришел домой. Может, на второй этаж нам нужно сходить? Что за шутки, я не понял. Где моя жена? Где этот коп? Что, блядь, здесь происходит? Вещи разбросаны. Так, ребята, мне это вообще нихуя не нравится. Нам что, на чердак, что ли, предлагают залезть? Нахера? Кстати говоря, тут еще какая-то дверь закрыта. Куда нам идти-то? Давайте, я не знаю, в офис сходим. А, собственно, двери-то, да, они же это подсвечились. Родная, что случилось? Почему на улице стоит... Где тебя носило? Где, черт, тебя носило? Ты сама знаешь, я хотел отыскать... Почему ты плачешь? Что? 6 часов? Чего? Чего? Тебя не было 6 часов. Ты вышел и просто пропал. Я не пропал, просто пытался избавиться от этих проклятых жучков. Каких жучков? Что ты несешь? Ты оставил меня одну. И какой-то псих проколол нам шины. Это серьезно? Я вызвала шерифа, и когда мы стояли снаружи, тот парень вломился в твой кабинет. В смысле вломился? Ты шутишь, что ли? Блядь, телеграммы, этот сукин сын забрал телеграммы. Шериф заметил разбитое окно, и как только мы зашли в дом... Погоди, кто разрешал тебе впускать незнакомцев? Они ведь рылись в моих вещах. Он шериф, а не незнакомец. К тому же... Тоже мне шериф. Ты не представляешь, насколько изобретательны люди, пытающиеся до меня добраться. Они могут представиться кем угодно, как ты не понимаешь. От того, чем я занимаюсь, зависит судьбы многих. Ты меня совсем за дуру держишь, да? Я позвала на помощь, потому что кто-то нас преследует. К тому же этот парень не мог далеко уйти, за ним погнался шериф. Не веди себя как урод. Это мне грозила опасность. Мне, а не твоим безымянным миллионам. Блять, ну и бардак. Надеюсь, он оставил следы. Нужно осмотреться. Блять, вот так бабу одну оставишь, это ж все, это пиздец. Так, хорошо, ребята, давайте, давайте будем искать следы. Нужно тщательно отыскать кабинет. Так, вот он, значит, здесь рылся, да, в моих вещах? Скотина. Так, осмотреть следы. Ну все, это я смотрел, что мы дальше уходим. Возможно, устройство обнаружит следы. Кажется, я что-то упустил. Сначала нужно найти все улики. Ну, хорошо. Так, вот что-то. Что это такое у нас? Так, это какая-то загадка. Ну-ка, спрячь. Так, это даты. Так, а вот и, собственно, стекло. Бинго! Он выбросил через окно и, скорее всего, побежал к мосту. Ну что, блядь, давай за ним. Так, окно не открывается. Ну хорошо, пойдемте тогда... Кажется, я что-то упустил. Сначала нужно найти все улики, ебаный в рот. Вот, ребята, о чем я говорил. Тоже какая-то загадка. Это, видимо, дополнительное. Берем устройство, смотрим. Так, вот, значит, он здесь был. Что еще здесь можно найти? Ну вот херня. Что здесь? Такое ощущение, что как бы кнопка уже нажата.
Так, спрячь, пожалуйста. Не знаю, давайте пороемся в ящиках. Может, мы здесь что-то найдем. Может, он нам что-нибудь оставил. Херли, ты там сидишь? Где шериф-то твой? Господи, блядь. Уйди нахуй отсюда. Так, ну я здесь больше ничего не вижу. Я окно, ребята, вообще никак не могу открыть, если что. Вот я вверх, вниз, влево, вправо, по кругу, по всякому кручу. Оно вообще никак. Давайте, может, нахуй отсюда стол уберем. О! Другое дело. Так, и что? Ну так я его нашел, а в чем проблема? Профессионал он или нет, но какие-то улики в кабинете он должен был оставить. Здесь какая-то коробка, я не знаю. Давай полистаем документы. Давай шкафчики откроем. Что здесь? Сообщение с предупреждением. Записка с изображением воробья. Думаю, кто-то хотел, чтобы я нашел ее. Но зачем? Берегись, ласточек. И как это понимать? Осмотрите местность рядом с домом. Наконец-то нас выпускают. Что бы ни случилось, не выходи из дома и никого не впускай, пока я не вернусь. Тебе все понятно? Опять оставляешь меня одну? Ты сдурел? Этим уже занялся шериф, успокойся. Шериф не представляет, с чем имеет дело. Если он вообще тот, за кого себя выдает, он ничем не поможет. Не будь параноиком. Полиция на нашей стороне. Господи, ты такая тупая. Как я вообще, блядь, женился на тебе? Нет смысла оставаться здесь. Нужно добраться до него, пока он не исчез с радара. Эти телеграммы чрезвычайно важны. Возможно, снаружи обнаружится что-то. Пройти по кровавому следу. Главное не потерять след. Невооруженным взглядом я ничего не увижу, а вот локатор может помочь. Так, хорошо, возвращаемся. Шериф, похоже, отправился к мосту. Стоит начать поиски оттуда. Через окно. Значит, вот здесь какая-то тварь вылезла. Идем, идем на сигнал. Пока 0%. Все, мы поймали сигнал. Замечательно, мы движемся в верном направлении. А вот, он перебрался через мост. Мы все, следуем за ним. Следы. По крайней мере, я знаю, в какую сторону он пошел. Опять, да, сейчас? Нет. Шериф наверняка где-то неподалеку. Посмотрю рядом с мостом. Так, ну вот, вот, вот. Где-то здесь. Кажется, я на верном пути. И он пошел налево. Следуем. Следуем за шерифом. Хорошо, сигнал пойман. Так, а здесь мы, по-моему, в прошлом как раз-таки перемещались. Сигнал становится сильнее, я подхожу все ближе. Да, и мы таким образом до гостиницы шли. Правильно? Ой, блядь, я уже слушаю эти аномалии ебучие. Которые нам сейчас, походу, придется отстреливать. Так, 100%. Он поднялся наверх и перерезал веревку. А зачем ты это сделал? Скотина. Чтоб меня погонять, да, лишний раз, блин? Почему я опять-то бежать не могу? Что за херня? Пиздец, нужно присесть, встать, а потом можно опять бежать. Охуительно. Вот, все, мы поднимаемся наверх, все правильно.
Так, давайте возьмем локатор. Куда нам теперь-то надо идти? Подождите, нам вообще в другую сторону показывает. Теперь нужно идти. Да я же здесь проходил. Я что, кругами, что ли, обратно возвращаюсь? Нет, Дэвид, Эмма, я и мои родители. Еще ребята из транспортной компании. Кто-нибудь еще знает, где мы находимся? Кто-нибудь из офиса? Могла ли Эмма проболтать друзьям? Не думаю, я был осторожен. Твою мать, почему я никак не могу разобраться, в чем дело? Что это, электрическое ограждение? Я вообще, чувак, не понимаю, блядь, что здесь происходит. Вот что значит быть секретным агентом. Какие яркие лучи солнца. Черт, это электрический забор. Нужно придумать, как отключить ток. Иначе я не доберусь до этого подонка. Отключить ток у электрического забора нам нужно. Так, зачем он здесь? Ну да, что-то попахивает какой-то, я даже не знаю, лаборатории, может быть, секретной. Сначала нужно отрубить электричество. А каким образом мы это можем сделать? Идут провода. Вот, собственно, один куда-то уводит. Куда ведут эти провода? Сейчас мы узнаем. Открывай. Ну и давай дернем. Один готов. Осталось разобраться с остальными. А типа, если мы один провод, так скажем, обесточили, ворота продолжают быть под напряжением, работать, что ли? Как так? Ну, провода здесь очень яркие, поэтому без проблем мы справимся. И хорошо видно. Это вам тут, блядь, не загадки разгадывать. Идешь спокойно по проводу. Дергаешь за рычажок. Вот и все. Ебать, а что они такие длинные-то? Так, ну забраться это, понятное дело, вот здесь. Так, а можно мне как-то... Вот отсюда, блядь, мне что ли забираться? А, походу, да. Так. Ну, сразу видно, агент. Блядь, как меня заебало уже вот это убогое управление. Второй готов, остался последний. Теперь нам нужно вернуться и пройти по зеленому проводу. И мы наконец попадем на какую-то территорию, явно охраняемую. А вот, собственно, зачем нам сюда наверх надо было забираться. Пару досочек мы сейчас здесь отломаем. Не проблема. Крюк у нас есть. Сейчас мы подтянем лестницу. Все, ребятки, уже, как видите, легко и непринужденно все это дело проходится. Так, коробка. Съебись отсюда. И вот это добро, конечно, тоже по-хорошему скинуть. Ну давай, давай, господи. Адам. Как говорится, и так сойдет. Вот и все.
Теперь меня не убьет током. Замечательно. А мы можем здесь срезать. Аккуратненько. Хорошо. Все, ребята. Давайте же посмотрим, что там такое. Но если здесь действительно какая-то секретная лаборатория, сначала нужно отрубить электричество. То какая-то охрана ведь должна быть, правильно? Пройти по кровавому следу. Так, здесь нам пригодится локатор. Нам нужно идти вот в ту сторону. Вон туда, да? Но здесь мы не пройдем, да? Нам придется, наверное, вот здесь в обходочку двигать. Ладно, идем по тропинке. Тропинка нас куда-то приведет, по-любому. Да, все правильно. Пошло сохранение. Какая-то вышка. Так, а вот и домик, к которому нам нужно прийти. Интересно, интересно. Тарелка спутниковая, антенны. Что здесь, блядь, происходит? Он был в здании, но дверь заперта. Пойду за ним дальше. А здесь нужен ключ. Вы что, хотите сказать, что нам нужно найти ключ? То есть ты, блядь, просто не можешь взять и перелезть через вот этот вот, я не знаю, полтораметровый забор, ну похуй, ну двухметровый забор. Ты не можешь перелезть через него? Хорошо, давайте поищем ебучий ключ. А мы можем зайти, походу, да? Нет. Обычно ключ, я не знаю, прячут под горшком. Но эти, походу, не слышали про такое. Он пошел дальше, получается, да? Может быть, нам просто нужно обойти это все дело? Нет, обойти мы нихуя не можем. А радар-то все это время что-то показывает. Подождите, а куда он нам указывает? Давайте мы сведем все. Вернуться, нам нужно вернуться, так что ли? Вот радар нам указывает в ту сторону. Вышка. Здесь какая-то вышка, хорошо, идем сюда. Сигнал исходит из башни. Да-да, нам на самый верх нужно подняться. Без проблем. Давайте посмотрим, что здесь. Черт, не то чтобы я боюсь высоты, но тут нужно быть осторожным. Достаем. Так, это, походу, внутри где-то, да? Нам нужно зайти сначала. Да, ну и где у нас тут сигнальчик? Обнаружена аномалия. Ну, с этими аномалиями... Я уже в свое время наебался. Все, нету аномалий больше.
Давай им импульсы попускаем, чтоб наверняка нет, сука, вон еще какая-то летает. Бледина. Сколько вы крови у меня попили. Так, и еще? Все? Теперь я могу просканировать? Я был прав, его здесь нет, нужно осмотреться. Кажется, он что-то здесь прятал. Давай подвигаем. Что здесь такое? Так, опять прослушка, да? А еще что у нас здесь лежит? А, ключ от хижины. Надеюсь, я смогу открыть им дверь от того коттеджа. Вот и все. Должно быть, это ключ. Да, все правильно. Теперь нам нужно изучить территорию вокруг коттеджа. Так, что такое опять? А, ну вот теперь получается появился сигнал вон там уже дальше. Хорошо. То есть нам сюда, нет? Нужно выяснить, как открыть этот сраный подвал. Блять. Так, я просто ворвусь внутрь и устрою парню трёпку. Надеюсь, его английский лучше, чем мой русский. А ты думаешь, он внутри? Ублюдки, они знают о нас все, блядь, они следили за каждым нашим движением. Даже здесь, где мы должны были исчезнуть с их радаров. Вы посмотрите, ребята, сколько здесь оборудования шпионского вот этого вот. Нужно потянуть этот рычаг. Так, вот таким вот образом интим мы сделали. А почему стало темно? Ага, понял, это просто в доме. Зачем? Зачем мы потянули этот рычаг, скажи мне, пожалуйста. Что задумал этот ублюдок? Давай посмотрим. Ну, я, блядь, как бы нажимаю. Термохромный пигмент, это как-то связано с температурой. Нам нужно найти какой-то... документ? Места, где расположены передатчики, отмечены на карте. Похоже, я нашел их все. Это все время, значит, нас прослушивали. Ебаный ворот. Секретные записки советского шпиона. Он следил за каждым моим шагом. Но что конкретно он имел в виду? Почему он постоянно переходит на заглавные буквы? Потому что это пароль. Дружище, это пароль. От чего-то. Записки об Адаме и Эмме. Этот уебок думал, что рассорил нас с Эммой. Так советы и делают. Настраивают друзей и родственников друг против друга. Никому нельзя доверять, верно? Но сраным коммунякам верить уж точно не стоит. Так, все это берем. Походу, вот сюда нужно, да, ставить? Я не понимаю, а что это за... Ну, нажать, я нажимаю. Лампа же включилась. Почему это нихуя не действует? Наверное, нужно что-то найти, да? Меня немножечко смущает тот листок с заглавными буквами. Это же пароль явно от чего-то. А почему мы не посмотрели, какие буквы и куда это вообще нужно применять? Так, здесь нихуя, телефон. Ну, пойдемте сходим на второй этаж. Здесь еще, кстати, какой-то рычаг. Может, стоит нажать эту кнопку? Давай, почему бы нет? Книга по шифровкам. Некоторые страницы отмечены.
Доктор Лоуренс, криптография, понимание и освоение шифров. Хорошо. Так, это значит, все понятно. Так, и здесь каждой страничке расписано. А это нам как-то пригодится вообще, нет? На первом этаже стояла какая-то херня для температуры. Да, вот этот как раз пигмент, вещество, которое изменяет цвет из-за повышения или понижения температуры. Так, невидимые чернила, бесцветное вещество, используемое для письма, которое становится невидимым при нанесении или вскоре после него этот тип чернил может идти на следующей категории. Чернила, видимые при воздействии температуры, видимые в результате химической реакции, при ультрафиолетовом свете, изменяющие поверхность бумаги. Ага. И как раз таки вот у нас и горит этот самый ультрафиолет. Вот, смотрите, да, там кто-то ходил. Хорошо. Нутром чуть-чуть что-то написано, но я не могу разобрать слова. Наверняка ведь можно что-то сделать. Вот, вот страница, оставленная шпионом. Сейчас мы и посмотрим, что же шпион, гад вонючий, нам оставил. Слайд, чтобы увидеть изображение, нужно поместить его в проектор. Блять, сколько здесь, слушайте, всего. Сколько здесь всякого говна имеется. Так, у нас, значит, есть какой-то слайд. Слайд это, скорее всего, на первом этаже, да, мы поставим. Так, здесь рация, но это, наверное, пока не надо. Может быть, потом понадобится. Вот здесь. Вот. Мы вставили. Работает, буквы становятся понятнее. C1. C1. Вот мы вот этой хуйней обработали. C1. Так, что он здесь сделал? Может, локатор достать? Нет, нихуя. А. 3. А вот, кстати говоря, для слайда. Плюс 3 минус 1. Ёб твою мать. Вот сюда мы ставим слайд. Слайд-то вставьте сначала. Чего там, блядь, написано? Плюс. Таргет. Господи, как вы меня заебали со своими загадками. Фотография машины, когда мы приехали. Он уже дожидался нас. Все трое. Эта мразь о нашем нерожденном ребенке. Значит, ты вот так его называешь, да? Хорошо, это меня... D2. Фотография. Это что за хуйня? Заметка о наблюдении за Эммой и Адамом. Блять, ему все у нас известно. Он словно спит с нами в одной постели. Есть что-то интересное? Нихуя нету там. Пиздец. Похоже, этот компьютер управляет дверью в подвал. Ну и где достать пароль? Дверь заперта, надо ввести пароль. Все понятно, ребята. Нам нужно сброс пароля. В смысле сброс пароля? Ты, блядь, подожди, не дури. Какой нахуй сброс пароля? А, Б, С, Д. Так, а все, я понял, кажется. А, Б, С, Д, раз, два, три, четыре. Ах ты, какая хитрожопая тварь. Вот что значит сброс пароля, да? Ладно, ладно. Так, ребята, давайте мы сначала... вот что сделаем. Я взял бумагу, я взял ручку. Сейчас мы это все дело запишем. Так, D2. D2. Дальше что у нас там? 3. А3. Сука, еще и ручка сломалась, да ебаный врут. А3. Так. Вот это не пароль, это просто какая-то херня, да? С1. На листке у нас было правильно. С1. Замечательно. С1. И нам теперь нужно Б. Нам нужно найти Б. А где у нас была Б? И была ли она вообще? Я что-то не помню.
В принципе, ребята, в принципе, мы можем методом тыка найти. Потеряно. Что-то я не уверен. Он не говорил про копии. Надо было думать об этом раньше. Он уже знает больше, чем нам хотелось. Куратор обеспокоен. Нам предстоит серьезный разговор. Кто за всем этим стоит? Когда это началось? Если они меня раскрыли, то почему не убрали телеграммы раньше? Да, братан, одни вопросы. И пока никаких ответов. Ну что, Б я не вижу, ребята. Плюс 1, минус 3. Чего, блядь, вы несете? Хорошо, давайте попробуем, значит, вот таким вот образом. Так, значит, А3 это Б. Б, допустим, 1 пусть у нас будет. С1 это У. Д2 это Н. Фу, да? Хорошо, значит, Б1 не подходит. Б1 отметаем. Так, А3, Y. Теперь попробуем B2, это будет F, C1 это Z, и D2 это U. Хуй. B2 не подходит. Берем, значит, B3. Сначала A3 это S, B3 это у нас будет J, C1 G, D2 B. Опять неправильно, если не найду зацепки, никогда не разгадать пароль. Но все, остается последний вариант B4. A3. Так, A3 это E, B4 это V, C1 это D, D2 это M. Наконец-то! Теперь я могу спуститься в подвал и разобраться во всем этом дерьме. Давно пора. Ну и что? И что же у нас здесь в подвале, ну-ка? Скажите мне, пожалуйста. Сколько крови, что здесь произошло? Да вот таких любопытных, как ты, здесь, наверное, раздел... Зарезали, как скотину. Твою же мать, не понимаю, кто мог это сотворить и зачем? Ты не оживешь? Я надеюсь. Я наконец-то добрался до шахты, но что-то спустилось в нее со мной. Ну а что в нее спустилось, друзья, мы узнаем в следующей серии. Подписывайтесь на канал, комментируйте, ставьте лайки. До встречи.